Я умираю, не? Да. Дай перед смертью несколько слов, не? Даем. А! Я ненавижу весь твой край и нация твоя! И твое покойствие! И твоя веселый пост, и коллективный труд. Все тайга миллионов кубометров. Чего ж веселье, дурак? Тайга 110 миллионов гектаров. Не! Ургант, Сучак, Артемов. Не! Брынки. 100 миллиардов тонн! Дай! Дай! Не! Золото! Амуру золото! Алмаз! Золото! Алтан золото! Миллиарда один! Не выйдет! Большая Азия моя! И 10 миллионов тонн! И мед! И хлеб! И Сибирь! И города! От моря до Байкала! Не? Сегодня разлетелся Устрах-Сусан и Сахти. Мой динамит. Морчишь? Чего же ты морчишь? Что ж говорить? Побегал я за вами 8 трудодней, и вижу, что не даром. Статистика твоя верна. Твоей погибели ты расписался без ошибки. А динамит я подобрал на той неделе и закопал в тайне. Ну, довольно вертеться! Спокойно. Стреляй.
сейчас. Пойдем и убьем. Выходи! Василий, ты, Степаныч! Стой! Степаныч! Что? Ну что? Чуть было греха на душу не принял. Что? Да. Старею. Что? Не тот глаз. Скажи, ты ничего не замечал? Нет. Нет. Василий Петрович, помнишь, я с шамальчиками, я убил тогда пятого тигра и спас тебе жизнь. С тех пор в городе зовут меня тигриной смертью. Так вот, на днях прилетает из Москвы мой сын. Он пишет, что 10 тысяч километров, это уже близко. Пробивает молодежь к океану новый путь. А на берегу, где этого тигра, помнишь, воздвинется аэрогород. Этот город решит и нашу жизнь, и Тихий океан. Поэтому скажи мне еще раз, ты не замечал здесь чужого человека? Волинского хребта, с истоков таежной речки Быгина, пророчествую на север, на запад и на юг. Красная звезда, та погибнет от восточного ветра. Шабанов идет! Шабанов! Почему он один? Вот он идет! Тихо! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Откуда? Где жил ты столько лет? Манжурий, Манжоуго. Оттуда вам и говорю. Ну? В Хабаровске читал я правду на заборе. Поплыл и забор перед глазами, и толпа. Тогда купил ее за 5 советских за копеек, и правда выпала из моих рук. Она была о нас. Ее кричало радио, хрипело мне в голову, в
Затылок! Грудь! Не остановили! Куди бежали кулаки? Перепужался конь и вихрем на дорогу. Шлагбаум падает. Смотрю, и в вагонах наших родичей антихристы везут на запад. И на запад, как класс, с детьми и стариками. Тихо, тихо. Где Никодимов? Где Петров? Земля! Где подпольные офицеры? Господи Христе! Лесопромхозах изловили! Из промыслов колхозных, как щенков! За уши! И аминь! Восстание! Молчите! Где братья Кудины? Силаев! Я Шарапов! Шарапов, Анисья! Я? Давай! Смотрите! Смотрите! Литерий Силаева! Ой! Давай! Давай, Марфа Кудина! Кудина Факла! Мария Кудина! Давай! Врешь! Врешь! Ну скажи, что ты врешь! Шарапка! Наткнулся на тела случайно, придя 2 месяца в тайге. А делегаты как? Японцы. Самураи? Не знаю. Вдвоем им не дойти сюда. Вожатых перебил. Лушак. Тигриная смерть! Да. Вот не может. Прыгнет на тебя, как бес, и в 2 шагах на секундочку остановится. Обязательно. Ну, тут, конечно, его и стреляешь. И подумать только, какая сила у человека в глазу. Страшно, небось? Нет, страшно человека. Человек храбрый стал. Так и прет. Боишься, дедушка? Да нет. Нет, боишься. Старый трус, а еще большой. Ну ладно, ладно, ладно. Спи, спи.
ехал я, летел. И от полета конь кровь выплюнул и сдох. Тогда я побежал, как вор, минуя города, колхозы, промысла лесные. Звериную тропою три ночи полз я к морю, колхоз. И кто? Корыцы, рыболовы, слуги наши. Слово кипит, кипит, язык сухой. Воды! Земля кругла и вертится. Слышь? Вертится! Бога нет, женщины в штанах, ляжьте голые, музыка в тайге, таежный зверь бежит, железные дороги, лес врубится справа, слева, все ближе, ближе, ближе. А на границах армия, а на границах армия. Трактор, трактор, паш, пашут большевики, пойдут. Убей детей! Назовем его Ван Лин. Во-во-во, Ван Лин, хорошо. Ван Лин. Хорошо. Назовите моего внука Павлом. Партизанское наше имя. Здравствуй, дорогая!
11, вылетаю на Чукотский полуостров. Забираю там американского кассетного летчика. Обломал. И завтра же в день другая его больница. Это как? Против шагов. По движению земли. Только чуть быстрее на тех широтах. Да. Вот это жизнь. Нет. А чего там страшно? Страшно человека. Человек храбрый стал. Да, 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 вот правильно. Вперед. А как у вас? Да так. Вроде вверх по тайге. Два там рая. Два. Один, правда, помер. Да. Помер. Другого... Да, помолчи. Одним словом, соберутся сегодня партизаны. Слышишь? Ты не Володя немножко подогрей. Да, Степан. Пролететь 10 тысяч километров, это... Да, это труднее. Это намного труднее, чем одному идти на 15-футового таежного кота. Степана! Какие люди появились в тайге? Степана, они идут от Димана, от Хора и от Фузина. Степана, они идут с оружиями и не стреляют. Идут они не по движению зверя, знаю. Ого, о, ты все знаешь, Степан. Ты убил их уже мало-мало. Твои следы я видел от Степана Скудякова. Ну-ну. Твоего друга нет. Твоего друга ушел в таю другим человеком. Вот как? Слушай, Иван Ильич, завтра иди по следам. И на деревьях насечки. Понял? Нет. Володя, свое положение. Бродит международный зверь в тайге. А ты видел? Да нет. Говоря. Ну так помолчи. Да. Что да? Да вот Худяков. Ушел на хутора. Не встречал в тайге? В тайге? Встречал. Смотри, Степан. Недоброе затеял Худяков. Вот чувствую, да что... Да бросьте свои чувства. Худяков мой друг. Ну что ж? Худякова я знаю, когда ты еще вот таким под стол бегал. 50 лет нашей дружбы прошумели в тайге, как один день. И каждый день смотрю и не насмотрюся. И все спрашиваю себя. Есть ли на свете еще такая красота и такие богатства? Нет, такой красоты и таких богатств
на свете нет. Нет, Максим, нет. Теснота. Иванов. Я. А тебе, Иванов, поются песни. Да ну. В Волочаевском бою ты получил 12 ран, и черт тебя не взял. Ладно, слышал. Почетный красноармеец Пугаев. Есть. Перековавший благородный меч на колхозную пасеку. Ну-ну-ну-ну, не выдумывай, ученый. Цинсян бесстрашный, что ты не похож стал. Савва Щербай. Я. Меня раздирает смех при одной мысли, что ты был дивным героем спасских боев. Ну и смейся. Мне было не до смеха. Бывало, как прилежусь к казачню или в японца. Ух, и страшно же было ядрига налево. Летим, Гаса. Ну, довольно. Говори толком. Говорю. Товарищи колхозники, знатные бойцы революции, вы стареете. Вы богатеете и стареете. И это смешно. За плечами у вас могучая Красная Армия, и вам наплевать, что творится у вас под боком. Ну-ну-ну! Вот тебе и не похож. А ты думаешь, похож? В тайге, на путях к Аэрограду, чужой динамит, чужие люди. Говори, Степан. Что ж говорить? Чужие люди действительно есть. Командует Щербань, веду я. Ну, прощай, стара. Прощай. Малый в небо, старый в лес. Иди, старая лесная собака. Иди, пускай хоть на этот раз тебе в стране проломят голову. Иди, старый бродяга. Господи, зачем я на этой тигре женился? Довольно. Прощай, довольно. Убьёшь! Не убьют! Дорогая птичка! Не убьют! Ну ты, медведь, вцепился! Пошли! Да-да. Дорогая! Ну, сынок! Ну? Я пошел. Давай, партизаны, давай, партизаны, нам.
Чангсик мунгсук титтарадаки хикадере жарханга тарадаки хикиллам халас олара хикарге нахбини биланнари хикале насбат болу лари бағара жаруха аттарадаки бала лира олара бала ларбин Пайту летай! Кемтик мунгсук титтарадаки хикадерен жаруханга тарадаки Кескендире олох куди келек дирит Биларе хикендир мунгук сеттардак Хикеле гайдир кудаттак Хикендик мунгук сеттардак Кедрен жоруан аттардак Хикендак ала золора Хикенген нахбини бит Нари хикеле нахбат кулулар Хикендик мунгук сеттардак Хикендирен жоруан аттардак Хикенден ала золора не знает. Тише, родимый, тише. Тише, жаба.
берегу океана. Закладывают город. Аэроград. Сегодня. Завтра. Завтра. Это что? Братцы! Город! Город-то какой! Жизнь! Поработаем, братцы! Ай! Завтра я буду немножко говорить. Thank you.
Вот таких, ваше благородие. 75 голов отобрали и прицепили ярлычки. Сегодня ночью не спала тайга. Ни человек, ни зверь. Таежная земля горит под нами местью. Возьми нас, выслушай. Вот делегация к японскому царю. Слишком поздно. Через неделю суусури наступают на Приморье. Непослушанные микадо офицеры, вам пора действовать отсюда. Страшно армии. Да, да, да. Армия сильна. Армия умирает. Все ли боятся? Нет. Армия пополняется крестьянами, не? Вам! И людям слушаем! Богу! Радиостанцию в Куцине воюем завтра! И возвещаем от океана миру о революции конце! Колхозников же и комиссаров, и их детей, и жен на кол в огонь и в воду! Пока мест не умрут! Не надо ходить! Ходить не надо! Не надо ходить! Тут убивать будем. Японцы убивать будем. Шабан убивать будем. Старушку убивать будем. Стой! Это кто? ГПУ. Колхоза. ГПУ и множество. Партизана близко есть, Степана близко. Ушок! Ушок!
сынок, не имеешь права! Я право не учил. Я право чую мозолями. Василь, ты? Идем, Василь. Мне стыдно. Ружья не надо. Убиваю изменника и врага трудящихся, моего друга Василия Петровича Худякова, 60 лет. Будьте свидетелями моей печали. Вася! Thank you.
пожалуйста, без провокаций. Прейскурант смертей. Почил на лаврах дед Василь, плюется в небеса Шибанов, игумно столбняк ударил и закололся иностранец. Я извиняюсь. Убей меня. Не смею. Боюсь, чтобы не было скандала. А жаль, что этого не сделали рабочие твоей страны. Ну что ж, тебя убьют жены тобой загубленных обманутых мужей. Поднял советское крестьянство. Врешь! Кучка трогмодитов! Крестьянство вот. И это ты прекрасно знал, Витя! Thank you.
значит, города еще нет. Я пришел учиться в город. Я слышал, я шел 80 тонн. Я понимаю, делать надо. Хорошо, и когда построим, тогда я буду говорить. И людей будет много-много, как деревьев в тайге. Спасибо, орлята. Спасибо за высоты, за скорости, за мужество. Смотрю на вас и радуюсь. Сегодня ожили мои таежные сны. 50 лет моей жизни прошумели в тайге, как один день. И каждый день смотрю и не насмотрюся, и все спрашиваю себя, есть ли на свете еще такая красота и такие богатства? Нет! Такой красоты и таких богатств на свете нет! Поэтому скажите мне, молодые люди, кто посмеет? За 10 лет моей жизни я бил здесь тигра в лопатку. Сыны моей родины, бейте его в глаз, если нападет. Бейте его в сердце.